вот я его запомнил, вот, но спасибо. Куда-то пропал, видимо, альбом записывал, да? Да, и это было, и работы много, и в воскресенье прям постоянно занято. Вот, наверное, за последние несколько месяцев, ну, первое свободно. Вот, и я играю в группе «Утро и вечера», играем мы совершенно разную музыку, от и фолк, и электронику, и все, то есть совокупно, ну, всего-всего-всего. То есть под определенную музыку, под определенный текст мы играем определенную музыку. Вот, формат сегодня встречи именно как бы такой очень интересный, больше авторский, да, больше такой. И поэтому, соответственно, песни сегодня будут такие. Песни будут разные. Начну, наверное, с чего-нибудь такого позитивного. Вот. Песня называется «Мама». Волнуйся. Встретились с тобой, ты в минутах исчисляла возраст мой. Знаешь, мама, было страшно и светло. Знал одно лишь, что в руках твоих тепло. Мама, как мне было 10 лет, коммуналка, запеканка и омлет, музыкалка, слезы по лицу текут, день рождения. Счастья срока нет, а для счастья нужно нам совсем чуть-чуть. Нашу память словно письма развернуть. Спасибо. Я можно поменять стул, потому что, вот, честно говоря, мне высоковато, мне гитара съезжает. Можно еще подкручивать. Ну вот я думаю, что будет долго просто. Так, после Вячеслава у нас выступит Злата, он уже в курсе. Чтоб все остальные тоже были в курсе. Ну, добрый дело. Следующая песня называется «Не летят», она такая, я называю ее такая, знаете, из «Диванный философ», вот из этой серии. То есть как-то вот сидишь, думаешь о душе, вот о мире, о жизни. Вот такая. Небо бросится, обедана, злая мачеха, двери пойдет, небо бросится, соберет все, и нельзя в греха поклониться.
беда, не столь внезапная. Где у края края, там тьмы рассвета без света. Жизнь напрасная, и чем дольше ждешь, тем закат темнее. Пистолет на скул чаще тянется. Я закрыла глаза, палец на курке, ведь видит Бог, мне не справиться. На полу сижу, а вокруг меня тени черные, ночь сплетается. Тишина в глазах, рана на душе, ты прости меня. Я намаялся, стану птицей там, где течет закат. Голос запою, чтобы слышали. Обернусь я тем, кто свободы ждет. Может, долечу до Всевышнего. Группа пишется... Вечер пишется вместе. Вместе в одно слово латиницей. И латиница. А почему? А почему? А потому что разнообразная музыка. Она как бы инструментальная. И если инструментальная, она как бы называется на английском. И если какие-то, соответственно, на английской песне, они на английском. Совершенно разнообразная музыка. Поэтому соединить что-то такое русское, так, пословицы, и в то же время что-то добавить иностранному. Ну, то есть... Получилось вот так. То есть у вас там песни и на английском? Вот, да, есть. Сейчас, допустим, одна, очень много инструментальной музыки, и при этом сейчас еще готовится. Так что так. Понятно. Спасибо. Так, Вячеслав Наприенко, «Утро вечера». Произносим по-русски. Так, сейчас у нас вот еще одна исполнительница, Злата. Сейчас могу набрать «Нева» или «Нева». Нева. Нева, мне вообще-то вот, хочется Нева, не знаю почему. Есть такая группа тюменская, Нева или Нева. Ну, короче говоря, Злата у нас была...